Вы такая красивая. Наверное, актриса. С чего вы взяли? Ну, многие звезды начинали официантами. Кстати, у меня есть знакомый продюсер. А вообще, я довольно известный писатель. Возможно, вы читали мои книги. Ну, я вообще фильмы предпочитаю смотреть. Вот это напрасно. А продюсер, случайно, не жена? Ах, это. Не обращайте внимания. Никак не могу с ним расстаться. Трагичная история. Болезненный развод? Я вдовец. Моя жена была чудесной женщиной, но, как говорят французы, c'est la vie. Примите мои соболезнования. Мне так жаль. Мне тоже. Вы знаете, порой бывает так одиноко, и вроде живешь в самом центре города, в пентхаусе. Вокруг множество людей, а на душе пустота и одиночество. Даже не знаешь, чем заполнить эту пустоту. А потом он мне говорит... Инночка, прекрасное платье. Очень хорошо выглядите. Видала? Все в порядке? Да, показалось. Так на чем мы остановились? На пентхаусе. Подлец ты, а не вдовец. Ну, как тебе мое предложение? Звучит заманчиво. Подожди. Привет. Не ожидал. Ну, здравствуй, Виталик. Что-то случилось? Нет, это... А, это так, соринка попала в глаз. Все хорошо. Ага. Ну и где твоя соринка? У меня, правда, все в порядке. А ты совсем не изменился. Ты тоже такая же, как была. Врешь. Но спасибо. Сколько мы уже не виделись? Ой, почти год. Ты же не часто к Катюхе заезжаешь. Виталь, может, ты нас представишь? Прости, пожалуйста. Это Карина, моя подруга. Очень а это Инна. Тоже подруга. Детство. Правда? А выглядите старше. Карина. Нет, ну все правильно. Я же старше на 5 лет. Я лучшая подруга старшей сестры, Виталика Кати. Понятно. Малыш, подождешь меня в машине? Сейчас. Всего хорошего. Из-за него? Из-за работы. Не верю. Ну, не надо. А я скучала. А я нет. Надеюсь, помешал. Как всегда. Рад был видеть. Что ему от тебя надо? Все никак не угомонится? Я хочу домой.
Ты не ответила. Этот сосунок чуть не сорвал нам свадьбу. Коля, это было 15 лет назад. Ты это ему скажи. Думаешь, я не знаю, что он до сих пор за тобой бегает? Инна, ты совсем меня не уважаешь. А ты меня? Это ты о чем? Притащила меня на это сборище зануд. Коля, зачем ты на мне женился? Что значит зачем? Ну, я же вижу, что я тебя раздражаю. Влюбленными глазами ты давно уже на меня не смотришь. Если вообще когда-нибудь смотрел. Просто хочу понять, кто я тебе. Соседка по квартире. Уборщица, служанка. Опять старую песню завела. Коль, ты меня хоть немножко любишь? Ин, ты что, выпила? Спасибо за ответ. Дура, да кто тебя еще кроме меня вытерпит? Зануду такую. Тихо, тихо, дети спят. Да, я зануда. Но занудой быть лучше, чем рогоносицей. Ты с ней заигрывал. Я не слепая. Я не заигрывал. И это не первый раз уже. Я не заигрывал. Я любовался. И на тебя же мне смотреть. А что со мной не так? Да ты себя в зеркале видела. Ночью на кухне наткнешься, так заикаться начнешь. Сходил бы, что ли, в салон красоты какой-нибудь. Совсем обабилась. А мне некогда по салонам красоты ходить. У меня дом, работа, работа, дом. Слушай, ну другие бабы как-то умудряются за собой следить. Так, знаешь что? И все успевать. У других баб мужья работают. Они сидят круглыми сутками и в компьютерные игры играют. Я не играю. Я пишу роман. Да, иногда мне от творческого процесса нужно отвлечься. Эти игры мне помогают переключиться. Переключиться? Вот, значит, как ты заговорила. Да. Муж у тебя тунеядец, бездельник, что там еще, не мужик. Давай, унижай меня, попрекай. А если я шедевр пишу, который в веках останется? Да ты уже 3 года этот шедевр пишешь. Так может мне дворником пойти? Или таксистом? Или сторожем вон в соседний магазин? Там как раз требуется. Конечно, будет такой хороший сторож. Мне, писателю, сторожем. Не кричи, детей разбудишь. Ты меня тоже пойми, я не могу все одна на себе тащить. Ты мне даже по дому не помогаешь. Инна, я не домохозяйка, я творец. А ты из меня уборщицу хочешь сделать? Я не хочу сделать из тебя уборщицу. Я хочу, чтобы ты не заигрывал с чужими женщинами. Да не заигрываю я. Я вдохновляюсь. Я творческая личность, я эстет, в конце концов. Имею право. Не на тебя же мне смотреть. Ты вообще уже давно не женщина. А кто это я, интересно, по-твоему? Ты бухгалтер. Коля, ты мой муж. И ты не так имеешь права... Так все, я понял, ты опять 25. Хочешь поскандалить? Скандаль. Только без меня. Теплую кофту ты взяла? Взяла. А розовые босоножки? Они на мне. А, да, точно. Так, что-то еще надо было взять? Мам, спокуха, я все взяла. Такая молодец у меня. Простите, но я так волнуюсь, вы же первый раз так надолго уезжаете. Ну, мы же в детский лагерь и на Луну уже. А я не хочу никуда ехать. Ма, я с тобой остаться хочу.
Малыш, ну там интересно будет. Вы хоть в речке накупаетесь. Но все лучше, чем дома в четырех стенах сидеть. И одной смены бы хватило. Маш, мне эти путевки от работы дали. Бесплатно. Это такой шанс. Да не парься, я понимаю. За мелким присмотрю. Зарядки взяли, телефоны взяли, да? Да. Все, садитесь. Пока, мам. Пока, малыш. Опять движок барахлит. Еле завел. Говорил же тебе, машину пора менять. Коль, ну это всего 3 года. Я до сих пор за нее кредит выплачиваю. Ин, ты такое слово, как амортизация, слышала? Бухгалтер называется. Вон, посмотри, какой у соседа джип. В рассрочку взял. Он, в отличие от некоторых, на безопасности семьи не экономит. Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Может быть, еще один кредит возьму. Вот это другой разговор. Все, давай. Хорошей дороги. Вашим болотцам? Дебет с кредитом сходится? Вы посмотрите, новая униформа. Или сменила салон красоты на панель? Какая кофточка! Дай догадаюсь. Коллекция «Мечта пенсионерки». Привет. Привет. Вот. Ты просто обязана быть на моей вечеринке. На этот раз не отвертишься. Обещаю, будет весело, соберутся все свои. Твой брат тоже будет? Обязательно. Он же не ты. Он по части вечеринок меня никогда не подставляет. А обещал познакомить со своей новой пассией. Виталик не меняется. Меняет девок, как перчатки. Я уже даже не пытаюсь запоминать имена его новых подружек. И если бы он не был суперхирургом, я бы записала его в конченый раздолбай. Кать, ты извини, я, наверное, не приду. У меня завал на работе. Подруга, вот из-под этого завала нужно выбираться. Работа не волк, в лес не убежит, в отличие от молодых лет. Ты такими темпами скоро окончательно превратишься в ломовую лошадь. Ну, правда, я не понимаю, в чем проблема? Дети в лагере, ты почти свободная женщина, гуляем! Вот именно почти. Коля меня наверняка не отпустит. Ты же знаешь, он мне такой ревнивый. Дорогая, ты уж определись, кто для тебя важнее, родная подруга или этот трутень? Этот трутень, как ты выражаешься, мой муж, отец моих детей. Я понимаю, что он тебе не нравится, но я прошу уважать мой выбор. Ты говоришь сейчас, как алкоголики, которые выбирают бутылку, но это не значит, что это правильный выбор. Нет, за моих крестников ему, конечно, спасибо. Но больше мне твоего муженька, уж ты извини, конечно, уважать не за что. Ты придешь ко мне или нет? Если ты не придешь, я окончательно на тебя обижусь. Ты и так пропустила почти все мои вечеринки, а еще лучшая подруга называется. Кать, брак – это компромисс. Я не могу не считаться с Николаем. Чем такой брак, лучше быть одной. А по мне, лучше в 35 лет быть замужем и с детьми, чем вот... Да, вот так, как я. Жить на полную катушку, наслаждаться каждым днем и да, иметь достаточно смелости не врать себе. Это уж дело каждого, знаешь, дорогая. Вот я бы, например, никогда не смогла жить с таким тунеядцем и бабником. Коля не тунеядец и не бабник. Он творческая личность. Mm-hmm, да. Mm-hmm. Просто сейчас у него кризис, и он мне не изменяет. Да, он такой творческий, он такой творческий, он сам не знает, что творит. Он и ко мне так случайно подкатывал. Да, что? Ты думала, я на пустом месте к нему любовью воспылала? Ты врешь. Я вру. Я тебе за 30 лет нашей дружбы хоть раз врала?
Вот. Передай пригласительный Инне, если, конечно, встретишь ее. Потому что здесь, сейчас, моей лучшей подруги просто нет. Катя! Ой. Инна Валентиновна, простите, если не вовремя. Там шеф вызывает, что-то срочное. Спасибо, Варь. Сейчас приду. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Вызывали? Здравствуйте, Инна Валентиновна. Проходите. Это Василий Петрович Левицкий, следователь по экономическим преступлениям. Это наш главный бухгалтер. Что-то случилось? А вот мы как раз только что собирались задать этот вопрос вам. Я свою позицию озвучил. Я не верю, что вы имеете к этому какое-то отношение. Но, к сожалению, против фактов не поспоришь. Инна Валентиновна, посмотрите, пожалуйста, вам знакомы эти счета? Нет, впервые вижу. Это офшоры. Мы не работаем с подобными фирмами. Так что произошло? Со счета нашей фирмы списана значительная сумма, переведена на счета в офшоры и, очевидно, уже обналичена. Это какая-то ошибка. Это исключено. Все счета фирмы проходят через меня. В этом вы правы, да. Но наши айтишники установили, что платежное поручение было сформировано на вашем рабочем компьютере. А с помощью вашего электронного ключа... Какой-то абсурд. Это подстава чистой воды. Я не настолько глупа, чтобы совершать подобные махинации на своем собственном компьютере. Я бы никогда не стала так откровенно себя подставлять. Не нужно тогда так вот переживать. Я обещаю, мы найдем виновного. Я очень на это надеюсь. Я не имею никакого отношения к этой краже. Ну, в таком случае, пожалуйста, ответьте на несколько моих вопросов. Угу. Я полностью в вашем распоряжении. Инна Валентиновна, нужно подписать. Потом, Варя, завтра. Неважно, себя чувствую. Если спросят, скажу, ушла пораньше. Не понимаю женщин, которые выходят за красивую картинку. Нет, ну, по мне так мужчина должен быть чуть симпатичнее обезьяны. Ну, вы-то меня понимаете? А скажите, а вот у Инны Валентиновны, я так понимаю, муж в плане внешности там... Ой, смазливый красавчик, а она ради него на все. А может быть, это он ее попросил украсть деньги? Ну, а что? Ну, что? Ну, насколько я знаю, Николай Пичугин всегда любил красивую жизнь. Угу. Да. Угу. Алло, Коль, привет. Извини, если отвлекаю. У меня тут проблемы на работе. Не знаю, что делать. Да у тебя там вечно проблемы. Не ной. Ты вообще хоть представляешь, какой напряг жить с такой депрессивной занудой, как ты? Слушай, купи вина, а? Хотя не, я сам куплю. Не гордый. А то опять скажешь, что я ничего по дому не делаю. И все, давай, не мешай, я работаю. Спасибо за поддержку, дорогой. Миленькая, ну только не сегодня. Ну хоть ты-то будь человеком, а?
Этого следовало ожидать. Вы знаете, сколько у нее кредитов? Она огромный кредит в банке взяла для того, чтобы книгу своего муженька издавать. Естественно, прогорела. Книги так и остались лежать на полках. А кредит остался. Я не знаю, чем руководствовался Евгений Владимирович, когда брал человека с такими долгами на должность главного бухгалтера. Инусик, я выбрал нам новую машину. Дороговат, правда. Ну, возьмем кредит на длительный срок. Вот, смотри, какая красавица. И с безопасностью все в порядке. О. Мне, наверное, не дадут кредит. А, если ты о старых займах, так я все продумал. Берем большую сумму и частично перекрываем первые. Коль, у меня неприятности на работе и кажется серьезные. Меня могут уволить. В лучшем случае. Подожди, ты шутишь? Mm-mm. А в худшем? Садить. С моего рабочего компьютера была списана крупная сумма денег. Да. Ну как? Как же ты проворонил такую крупную сумму денег? А это точно не ты? Ну, может, нажала случайно. Спасибо, хоть не веришь, что я украла. Ну, знаешь, чтобы сделать такое, нужно быть способной на поступки. А это не твой случай. По-твоему, я тряпка? Да ты не тряпка, Инна, ты порядочная дура. Другие вон подворовывают по-тихому и живут прекрасно. Коль, ну ты соображаешь, что ты говоришь? Да я соображаю, Инн. А вот ты подумала, на что мы будем жить, если тебя уволят? У нас же кредиты. Где я найду работу с такой зарплатой, чтобы их покрывать? А дети? А наши планы? Новая машина, в конце концов. Машина? Обо мне. О моей жизни ты подумал? Меня посадить могут. Инн, ну что ты себя жертву изображаешь? Сама виновата, внимательнее нужно было быть. Ты меня совсем не любишь. Да при чем здесь любовь, Инна? Есть такое понятие, как семейный бюджет. У детей сейчас начнется школа. Ты куда? Я не понял, ты куда? Ты куда пошла? Так, а ужин кто будет готовить? Нервы лечи! Душевный, порядочный, кристально чистый человек. Ага. А знаете, вот говорят, что у нее были проблемы с мужем. Ну, а у кого их нет? У Инны нормальный крепкий брак. Да, у нее муж писатель со всеми вытекающими последствиями. Но это не криминал. То есть вы не допускаете, что Инна Валентиновна могла... Не допускаю. Угу. Хорошо. Хорошо. Она на работу меня взяла, хотя у меня стажа не хватало. У меня бабушка больная, мне деньги были нужны. Она же эту фирму, она ее как свою.
Она же пока все не переделает. А накануне корпоратива она тоже допоздна? Ну да, я же вам говорю, она первая приходит, последняя уходит. А когда произошло ограбление? Ну что ж, спасибо вам большое за помощь. Подождите, вы неправильно меня поняли. Я не то хотела сказать. Инночка Валентиновна, она не могла. Спасибо. Спасибо. Найдется? Извините, я не курю. А пачку в сумочке сныкала? Вас не касается, что у меня в сумочке лежит. Ох, как ты заговорила. Сытая папенькина дочка. Девушка, идите своей дорогой. Я вас не трогала. Мне без вас проблем хватает. Проблемы? Да что ты о проблемах знаешь? Вот на нарах сидит 5 лет. Вот это проблема. Сумку отдай. Отвали. Твои сосунки, да? Сумку отдай мне мою. Я сказала, отвали! Сумку отдай. Сумку отдай. Отвали! Живая. Класс! Еще и красненькая. Вот это уловчик. Ну. Иху! Да, конечно, проходите. Инна скоро вернется, она вышла воздухом подышать. Ну, сами понимаете, день такой тяжелый. Проходите. Вы пришли ее арестовать? Задержать. До выяснения всех обстоятельств. Она почему-то скрылась с работы. Да нет, что вы, она не скрылась. У нее голова разболелась после всего этого. И шеф ее отпустил. Но на телефонные звонки, опять-таки, не отвечает. Так это она со мной разговаривать не хочет. Ну... Поссорились. Да и потом, куда она сбежит? У нас дети. Ну да. Хотелось бы в это верить. Но, может, подскажете мне тогда, где или у кого она может быть? Катьке надо позвонить. Это ее лучшая подруга. Наверняка у нее сидит, на меня жалуется. Не надо никому звонить. Скажите, а меня тоже привлекут? Вы для начала подскажите мне, как я могу найти Катю. Что? Да скорее Пичугин банк ограбит, чем моя Инка хоть копейку у кого-нибудь украдет. Вы бы еще мать Терезу в воровстве обвинили. Извините, конечно, но со счета компании были списаны большие... Да знаю я эту песню, слышала. Но никогда не поверю, чтобы это сделала моя подруга. И вообще ее здесь нет. Вам еще что-нибудь от меня нужно? Ну что ж, если вдруг появится... Не сдам. Даже не надейтесь. Знаете что? Спасибо, конечно, за откровенность, но... Про последствия, препятствия правосудия, по нему вам можно ничего не говорить, толку не будет все равно, да? Да. Вы меня абсолютно правильно поняли. Ну что ж, тогда было приятно с вами
знакомиться. Да. Простите, я вам дам свою визитку. Вот. Если что, вдруг вы звоните. До свидания. Ну, где ж тебя носит, а? Это уже слишком. Простите, что отвлекаю, но... Ой, простите. Простите, простите, я заговорилась. Давай. Твою мать! Ну что, нашел что-то? Да вроде да. Ну-ка. Видимо, вылетело из машины, когда ты перевернулась. Давно это случилось? Где-то час назад позвонили свидетели. Угу. Думаете, ваша подопечная? Ну, машина точно ее. Но личность установить будет сложно, тело сильно обгорело. Единственное, что сказал криминалист, это женщина лет 35, шатенка. Что и требовалось доказать. Ну что, похоже, дело закроется раньше, чем откроется. Ладно, давай. Так. Ребят, а можно у вас телефон попросить позвонить, а то меня обокрали. Пожалуйста. Пить меньше не пробовали. Понятно. Спасибо. Что, нагулялась? Ключи, что ли, забыла? Что-то случилось? Вы нашли мою жену? Боюсь, что да. Вам это знакомо? Да, у Инны точно такая же сумка. А где она? Произошла авария. Мне очень жаль. Понимаю, это тяжело. Но мне надо, чтобы вы проехали со мной для опознания тела.
Это я во всем виноват. Я не должен был с ней ссориться. Не должен был ее отпускать. Я не должен. Маш, она не приходила и не звонила. Если появится, дай мне знать, хорошо? Пичугин, вернулась? Тогда поднимай свою попу с дивана и пиши заявление в полицию. Если ты этого не сделаешь, я сама напишу, понял? А если с ней что-нибудь случилось? Как? Какая авария? Ты пьяный, что ли? Ты где вообще? Как в морге? Так. Ну, отключи его. Слушай, ну вдруг это с работы? Ну, а ты не на дежурстве? Так, систер. Привет, систер. Ты чего полуночничаешь? Виталь, все в порядке? Ты куда? Виталик, если ты сейчас уйдешь, то можешь вообще не возвращаться. Прости. Сволочь ты, Славянов, понял? Заткнись. Заткнись! Заткнись-то, чтоб тебя! Кать? Кать? Ты чего? Прости меня, пожалуйста, что я сегодня, была не права. Господи. Катя! Кать! Катя! Ну! Господи! О, Господи! Кать, ты чего? Кать, ну я просто к тебе пришла, чтобы с твоего телефона к Ольге позвонить, у меня машину угнали. Машину у меня угнали, а в ней сумка с ключами, с документами и с телефоном. Вот я без всего к тебе пришла. Господи, спасибо. Спасибо, Господи. Да за что спасибо-то? За все. Инна, Инна, ты моя любимая, дорогая. Ты прости меня, пожалуйста, за все, что я тогда поссорилась с тобой. Ты прости меня, дура, я больше никогда так не буду, я не хотела. Кать, успокойся, пожалуйста. Если ты из-за ссоры, то это я должна просить у тебя прощения. Ты что, ничего не знаешь? А что я должна знать? Что ты умерла? Что? Да, это она. Да. Вы уверены? Абсолютно. Пожалуйста, можно я пойду? Мне нехорошо.
Ой, терпи, красотка. Ты точно в рубашке родилась. И как эта зечка тебя на тот свет не отправила? Ну, в каком-то смысле отправила. Ну да. Коль спит, наверное. Ненормально вообще. Жена умерла, а он спит. Кать. Молчу. Я ради тебя твоего Пичугина к лику святых причислю. Ой, ну давай без переборов. Коля такой, какой он есть. И поверь мне, это не самый худший муж на свете. А ты сравнивала? А все, молчу, молчу, молчу. Слушай, ну ничего получилось. Мне нравится, даже стильненько. Ты уверена, что в больницу не хочешь поехать? Нет, лучше домой. Отвезешь меня? Ну, конечно. Слушай, тут такое дело. Следователь приходил, тебя искал. Задержать хотел. Говорит, у него и предписание суда есть. Как задержать? Уже? Кать, ну я правда вообще никакого к этому отношения не имею. Инг, ты дура, что ли? Ты думаешь, я поверю во все эти бредни про твое воровство? Да это ж подстава чистой воды. Только вот что теперь с тюрьмой делать, непонятно. У меня, правда, есть хороший адвокат, но берет дорого. Я могу заплатить. Ей-богу, тебе бы лучше еще в покойницах походить. Ой, ну что ты несешь? Что тут такого? Пока ты на том свете, арест тебе не грозит. А тот человек, который тебя подставил, сейчас расслабится. Тут-то мы его и вычислим. Нет, я так не могу. Колька наверняка с ума сходит от горя. И дети. Я должна сейчас же ехать домой. Ладно, хорошо. Только куртку мою возьми, а то там прохладно. Точно не передумала? А по мне так полезно твоему Пичугину походить бы еще вдовцом пару недель, чтобы понял, какое это у него золото. Кать, спасибо тебе. Знаешь, а ты ведь мне даже не подруга. А кто? Сестра. Ладно, тоже мне новость. Хочешь, с тобой пойду? Обещаю, с Пичугиным ссориться не буду. Все будет хорошо. Завтра созвонимся. А, да, по поводу созвонимся. Вот тебе мой старый. С симкой. И твои ключи. Запасные. Помнишь, что мне давала? Спасибо, родная. Все, кыш из машины.
Да. Алло, Кать. Ты далеко уехала. Ты можешь меня забрать? Я тебе потом все объясню. Да что случилось-то, Ин? Что случилось? Горько тебя обидел? Кать. Мне так плохо. Лучше бы я на самом деле умерла. Боже мой. Да чтоб вас всех, мужики, приподняло и пришлепнуло. Инна, что случилось? Он тебя ударил? Нет, не ударил. Убил. Как убил? Знаешь, я подумала, может, гроб мне правда больше к лицу. Так, давай-ка я тебя в больницу отвезу. Ты, походу, головой реально намного сильнее приложилась, чем я думала. Лучше к тебе. Я передумала воскресать. Почему? Потому что мертвый мне сейчас лучше, чем живой. Все-таки сорвать свадьбу. Что помешало? Она сама. Разница в возрасте в 5 лет – это, видите ли, критично. И сколько вам тогда было? 15. Подались на ее уговоры? Отступили? Нет. Я тогда в ЗАГСе пожарную сигнализацию рванул. Но пока всех эвакуировали, их успели поженить. А я всю оставшуюся жизнь ждал, что она одумается, разочаруется в муже и поймет, что я ее люблю по-настоящему. Она взяла и умерла. Зараза. Добрый вечер. Привет. Привет. А у меня сегодня любовь умерла. Шампанского дайте, пожалуйста. Налей-ка мне еще. Может быть, на сегодня уже достаточно? Нет, я только начал, так что давай, наливай. Вот урод! Да чтоб его! Да по таким, как он, кастрация плачет! А я тебе говорила, что он ни одной юбки не пропустит! Да кто б меня еще слушал-то? Кать, не добивай, без тебя тошно. Да. Нет, я, конечно, тоже не святая, но чтоб вот так, как он, в день смерти жены, в супружеской кровати с другой, да пусть у него отсохнет все, извращенец поганый! Кать, перестань! Ты лицо этой стервы видела? Я узнаю ее адрес, телефон. Я скальп с нее сниму. Да не надо ни с кого ничего снимать. Сама виновата. Глаза закрывала, слушать тебя не хотела. Ты видела или нет? Не до того было. Да и зачем? Насильно мил не будешь. Ну что это за упаднические настроения такие, а? Кать, я лучше спать пойду. Ну и что ты будешь делать? Не знаю. Подумай об этом завтра. Ложись спать в комнате Виталика. Он все равно здесь не живет. Спасибо тебе за все. Правда. Какая же я дура.
Если бы я из-за каждого мужика травилась, ты бы мне на кладбище цветы уже лет 20 носила. Ты не понимаешь, Кать. Я же все на этот брак поставила. Все, всю свою жизнь. Я так хотела, чтобы у нас все было, как у людей. Он... Поздравляю. Цель достигнута. У тебя все и есть, как у других. Или ты думала, что они эти другие пряники медовые жуют? Нет. Тебе просто нужно научиться жить. И делать так, как они. Улыбаться на людях и говорить, у меня все хорошо. Прав был классик, который сказал, счастливы мы все одинаково, а несчастливы каждый по-своему. Вот поэтому я замуж и не выйду. В ЗАГС меня на пушечный выстрел не подведешь. Это какой-то тупик. Нет. Нет. Это не тупик. Тупик – это если ты в гробу лежишь и разлагаться уже начала. Вот это тупик. А это проблема, которую можно и нужно решить. Ну вот наглотаешься ты таблеток, а дальше-то что? Что с твоими детьми будет? Мне их точно не отдадут? А мужу твоему с его новой любовницей они нафиг не нужны? М? Мужики, они такие. Они ради каждой новой юбки готовы забыть о своих детях. Ну, живет своей жизнью. Он эгоист. Да, права, Катя. Прости. Я сама во всем виновата. Перестань, перестань. Не надо. Не надо вот этого твоего знаменитого самобичевания, ладно? И сейчас знал, что он меня не любит. И еще до свадьбы знала. И я его, если честно, просто привыкла потом. Привычка она иной раз посильнее любви будет. Если к этому еще добавить кредиты, ипотеку. Ой, зачем ты замуж-то выходила? По залету. А залет... По дурости. Другого хотела забыть. Вот это что-то новенькое. Да нет, хуже. Старая. Ладно, Катя, я спать пойду, хорошо? Конечно. Пошли. Только спать теперь будешь в моей комнате. И я таких сюрпризов от тебя больше не хочу, поняла? Пошли. Жена не убьет. Поздно уже, да и под шофе. Нет, у меня жены и не будет уже. Ну, молодой еще. Да найдешь.
нашел уже. И потерял. Да. Инна, Инна, ты где? Здесь. Красавица, да? К зомби-апокалипсису полностью готова. Ты как? Лучше. В петли лезть уже не хочется. Прекрасно. И не воскресать, ты все еще готова? Да. Пока побуду покойницей. Мне надо доказать свою невиновность. Я не хочу, чтобы мне дети передачки в тюрьму носили. Но если сейчас воскресну, меня посадят и детей заберут. Ты молодец. Я тебя полностью поддерживаю. Кать, у тебя есть что-нибудь от головы? Виталь? Инна? Привет. Я не знал, что ты здесь. Тебя вчера здесь не было? Так тебя тоже? Ты же вроде как мертва. Ну нет, это такое недоразумение произошло. Ну ты чего? Ну я жива, вот смотри. Живая. Что делаешь, господи, боже мой? Так, что я опять пропустила? Ты зачем одела ее халат? Покойница, он уже ни к чему. Могла бы проявить уважение к усопшей. А ночью в постели ты тоже его проявлял? Не вини себя. Ты живой человек, ты настоящий мужчина. Ты гений. Ты мой кумир, ты талант. Знаешь, что мне не дают покоя? Это тормоза отказали или… Или все-таки она сама? Даже если сама, это ее выбор. Мы поссорились тот вечер и… Ой, не хочу брать такой грех на душу. Это уже не важно. Важно, что мы вместе, и теперь никто не сможет нам помешать пожениться. Не припомню, чтобы я делал тебе предложение. Так сделай.
Спасибо. Всегда бы так. Давай я перевяжу. Ну, Катя вроде нормально сделала. Слушай, ну я же все-таки врач. Ну нет, спасибо. Все в порядке. Мой генерал, приказ выполнен. Пора становиться другой женщиной. Главный специалист по леди-тюнингу Екатерина Славянова к шоу-мастера готова. Ты что, решила изменить внешность? На время, пока все не утрясется. Угу. Мне и так нравится. Кстати, я узнал, в какой морг тебя отвезли. Там работает мой однокурсник, и я постараюсь выяснить подробности опознания. Не надо. Ребят, вы и так из-за меня подставляетесь. Я не хочу, чтобы вы еще больше рисковали. Мне не нужно твоего разрешения. А ты просто смирись с тем, что я постараюсь помочь тебе найти того, кто тебя подставил. Братец, если ты действительно хочешь нам помочь, мусор вынеси, пожалуйста. И помоги нам организовать в комнате студию. Кать, ну дай человеку нормально поесть. Ему по делам скоро ехать. Ничего страшного, я уже опаздываю. И стол захвати. Кстати, я очень рад, что ты жива. Вот. Видишь? Он, кстати, очень рад, что ты жива. Даже не знаю, почему это он на тебя так зациклен. Да никто ни на ком не зациклен. Мы просто друзья. Да. А я просто Дон Корлеоне. Коле поедешь? Угу. Да, как и обещала, во второй половине. Постараюсь уговорить его, не рассказывать детям о твоей смерти. Надеюсь, получится. Я так не хочу их травмировать. Ой, моя задача не выцарапать этому уроду глаза и выяснить все-таки, с кем он там. Ой, не надо. Кать, честное слово, мне вообще все равно, с кем он спит. Слушай, ты все-таки такая странная женщина. Вот я бы на твоем месте обязательно... Слава богу, что ты не на моем. Ладно. Давай оставим весь этот негатив и перейдем к чистому творчеству. Сходи, пожалуйста, в душ и будем творить, творить, творить. Пойдем? Ну, пойдем. Похороны состоятся завтра в 2 часа. Надеюсь, что все здесь присутствующие придут проводить в путь последний нашу коллегу. Замечательного и доброго человека Инну Валентину. От себя могу добавить, что я знаком был с Инной более 10 лет. Так вот, я не верю. И никогда не верил, что она присвоила деньги моего предприятия. Прошу вас, так же, как и я, сохранить о ней светлую, добрую память. Она была такой хорошей. Она была такой... Евгений Владимирович, а кто теперь займет место главного бухгалтера? Вы уже подыскали кандидатуру? Римма Ивановна, мне кажется, сейчас не тот момент обсуждать это. Что я такого сказала? Да человек только умер, а вы? Жизнь продолжается. Тоже мне святую нашли. Небось, сама себя на тот свет отправила. Тюрьмы побоялась. Римма Ивановна, да побойтесь Бога, так о покойной говорить. Да вы знаете, кто вы после этого? Кикимора вы бесчувственная! Вы вместо Инночки Валентиновны занять хотите? Ах ты, моль серая. Думаешь, не понимаю, почему ты тут так убиваешься? Без Пичугина у тебя крыши не стало. И я думаю, что новому главному бухгалтеру не понадобится твоя помощь. Да кто вы такая, что... Я новый претендент на место главного бухгалтера. А тебе я рекомендую найти новое место работы. Твоей Инночки Валентиновны здесь больше нет. И некому тебя защищать. Да вы... Что? Курва выкрашенная! Вот вы кто! Вы, Варя! Вы, Римма Ивановна, хватит!
Надо. Что она себе позволяет? Так-то лучше. Ты позор на моей профессиональной репутации. Лучшая подруга владельца салона красоты. А ты ходишь как чучело. Я даже не помню, когда ты в последний раз ко мне краситься приходила. Катюх, ну у меня вечный завал на работе был. Да, не знаю, в курсе ты или нет, но работа – это еще не вся жизнь. Да, это я уже поняла. Я все время думаю, а кто бы это мог быть? Я уже тоже всех перебрала, но, честно говоря, твой Колька такой всеядный, что это могла быть любая. Да я о работе. А? Ведь это ж наверняка кто-то из наших. Тот, у кого был доступ в мой кабинет. У меня флешка с ключом от банковской системы лежала в ящике стола. И об этом многие знали. Но я не думала, она не думала. Слушай, ты неисправима. Муж ей рога наставил, а для нее работа важнее. Мужа у меня, Катя, больше нет. А вот доброе имя я еще могу вернуть. Ладно. Заканчивай рассуждать. Пойдем-ка мы с тобой голову мыть, а то ты у меня вся лысая останешься. Соболезную. Мир бренен, друг мой. Да. Знаешь, все так неожиданно произошло. Я до сих пор прийти в себя не могу. Точно она? Да. ДНК будешь делать? А, бессмысленно. Муж опознал, а это, знаешь ли, точнее, любого ДНК будет. Ну да. Я слышал, что тело сильно обгорело. Да, но кое-что все-таки осталось. К тому же документы нашли. Но хранить твою подругу будут в любой ситуации в закрытом гробу. Там зрелище не для слабонервных. Мужа вон еще полчаса полоскала после опознания. Знаешь, не была бы это твоя подруга, я бы сказал, что тело было похоже… Так, все, Слав, пожалуйста, давай без этих твоих знаменитых метафор. Ну, такая работа. Надо было на филолога идти. Хотя, дети, школа… Не, уж лучше тут. То есть на похоронах мою подругу никто не узнает? Однозначно. В этом тебя точно будет не узнать. Мне кажется, это слишком ярко, это вызывающе. Мне надо что-то поспокойнее и, ну, такое более незаметное. Нет, Инна, дорогая, ты и так всю свою жизнь ходила в чем-то более незаметном. Поэтому сейчас на контрасте нужно одеться ярко. Вообще непонятно, как мой брат на тебя запал? Никто ни на кого не западал. Ну, посмотри, посмотри, как красиво. Можешь ты себе хоть после смерти позволить быть красивой, свободной? М? И не надо мне говорить, что этот твой ревнивый Коля будет против. Ладно, уговорила. Вот и хорошо. Тогда я пойду к твоему бывшему и поговорю с ним по поводу детей. Все-таки я их крестная и имею право голоса. Дай бог, чтобы он тебя послушал. То есть вы утверждаете, что Инну Валентиновну могла подставить Римма Ивановна? Ну, вы же слышали, она ждет, не дождется, когда получит место моей начальницы. Вы бы видели, как она разозлилась, когда ее не назначили главным бухгалтером. Скажите, а вот у Риммы Ивановны был доступ к кабинету Инны Валентиновны? Нет, но ключ есть у охраны, ими уборщица пользуется. Попасть в кабинет мало. Нужно иметь флешку, ключ от банковской системы и пароль. Они были только у Инны и у меня. Я не стал бы обворовывать самого себя, вывести из бизнеса такую сумму. Вы не представляете, какие у меня сейчас из-за этого проблемы. А где ваша начальница хранит ключ-флешку? А, в своем столе, в верхнем ящике. Но это не секрет, это все знают. Ну, какой толк во флешке, если не знаешь пароль? Ну, пароль можно подсмотреть. Это исключено. Инна Валентиновна, она была очень осторожным человеком. Она не вводила пароль даже при мне. То есть, получается, что фирму могли обокрасть только два человека. Это либо вы,
Либо Инна Валентиновна. Оба варианта. Полный абсурд. Да. О! Заедала утрату шоколадом? Ну, ты тоже на убитую горем подругу не похожа. Чё пришла-то? Поиздеваться? Где дверь, знаешь. Но прости. Это рефлекс. Вообще-то я пришла с трубкой мира. Что-то новенькое. С какого перепуга? Ты ж меня на дух не выносишь. Тебя – да. А вот детей твоих люблю. Ты им уже сказал? Нет. Хотел, но не смог. Ну и правильно, что не сделал этого. Я все думала, думала. Инку ведь уже не вернешь. А детей срывать из лагеря ради похорон. Не знаю, неправильно как-то это все. Тебе ведь тоже нужно быт без жены наладить, работу наконец-то найти. Да и жизнь свою переосмыслить, правда? Ну, рано или поздно они все равно узнают. Да, но в нашем случае лучше поздно. Ну вот подумай сам. Ну, заберешь ты их из лагеря ради похорон. А дальше-то что? Обратно ты их отправить уже после такого не сможешь. Вот они и будут здесь сидеть в четырех стенах, мать оплакивать. Колька вон, компьютер твой оккупирует. Машка тоже с головой в интернет уйдет. А там в лагере все-таки природа, свежий воздух. Никогда не думал, что это скажу. Ты права. А Катюх молодец, тебя прям не узнать. Спасибо. Мне, правда, во всем этом так непривычно и даже как-то некомфортно. Зря. Тебе очень идет. Ты что-то узнал? Да. Лишь то, что твой благоверный опознал тебя в совершенно незнакомой женщине. Ну, этого следовало ожидать. Наверное, ему так надоело за все эти годы, что он был только рад. Я бы никогда не перепутал любимую. Это не надо, пожалуйста. Ин, ты же знаешь, что я люблю тебя. А я люблю своих детей, и это единственное, что меня сейчас интересует. Я должна их вернуть. Хорошо. Я тебе помогу. Я справлюсь сама. Нет, не справишься. Ну что, вы поговорили? Поговорили. И? И что? Ай, мне его уговаривать не пришлось. Колька твой такой трус, что он и без моих уговоров не решился детям о твоей смерти сказать. И слава богу, у нас есть небольшая отсрочка. Есть ведь какой-то план дальнейших действий? Отсрочка у нас небольшая до их возвращения из лагеря. Есть, но мне нужна будет твоя помощь. Я не могу сама появляться в офисе фирмы. Кать, а побудешь еще немножечко Матахари? Звучит заманчиво. Что я должна делать? Надо взломать банковскую систему нашей фирмы. Ну ты что? Я же парикмахер, а не хакер. Ничего страшного, я тебя всему научу. Кать. Мне так сразу и полегчало, да. Как я выгляжу? Никита отдыхает. Надеюсь, от погони уходить не придется. Главное, держи связь. Хорошо. Пока.
Приветствую, дамы. Так, куда это ты намылилась? Твоя подруга здесь больше не работает. Именно поэтому я и намереваюсь забрать ее вещи, чтобы никто их не стащил. Что она себе позволяет? Надо написать жалобу на охрану, пускай всяких сброд. А ты что здесь делаешь? Работаю. Ничего себе, помощница. Не успели похоронить Инну, как ты ее уже подсидела? Да что вы такое говорите? Кого я подсиживаю? Евгений Владимирович попросил распечатать платежные документы. А это можно сделать только с компьютера главного бухгалтера. А пароли от банковской системы? Так он мне сам дал. Вот, я не вру. Ладно, на этот раз поверю. Все, дуй отсюда. А вы? А что я? А вам здесь нельзя. Мне как раз-таки здесь можно. Я пришла забрать вещи моей любимой подруги. Ой, а я не подумала, что вещи надо забрать. Мне все кажется, что откроется дверь, Инночка Валентиновна. Все, не реви, не реви, я сама уже нарыдалась. А давайте я вам помогу. Не надо. Если позволишь, я хотела побыть здесь одна. Я хочу попрощаться с моей подругой. Поностальгировать мне здесь все напоминает о ней. Я не буду вам мешать. Хорошо, вы зовите, если что. Конечно. Включила компьютер. Ага. Теперь вводи пароль. Пароль. Я забыла блокнот. В смысле забыла блокнот? Ладно, я тебе продиктую. 1 5 7 6 3 9. Дальше латиницей за главными. J, H. Потом N маленькая. По-английски? Да, английскими. N маленькая. Но не волнуйся, ты справишься. Главное... Установить программу. А, не торопи, не торопи меня. Я не тороплю. Чтобы я еще раз в шпионке заделалась, никогда. Так. Есть. Слава богу. Доступ есть. Я сейчас информацию поставлю закачиваться. Тебе нужно там продержаться минут 10. Сколько? 10 минут? Да ты с ума сошла! Они меня спалят, а если они меня не спалят, то у меня у самой тут сердце остановится. Ты что? Передатчики. Ко мне в тюрьму. Оба будете носить, поняли? Так. Так, вот это. Так, вот. Это. Ты всегда был упрям. Особенно в детстве. Как взбредет что-то в голову, пиши пропало. Не успокаивался, пока своего не добивался. Ну разве это плохо? Для тебя нет. А вот нам с Катюхой все детство приходилось тебя за собой таскать. Потому что дома не хотел один играть. Ну да. Но это потому, что ты мне уже тогда нравилась. Слушай, а ты помнишь мои старшие классы? Когда ты у нас педагогическую практику проходила? Да, это был ад. Да ладно тебе. По-моему, было весело. Тебе? А я до сих пор со стыда сгораю, как только это вспоминаю. Как ты вообще мог до такого додуматься? Поцеловать тебя при всем классе? Слушай, по-моему, это было весело. Я могу и сейчас повторить. Не надо, спасибо. Мне прошлого раза хватило.
Я, кстати, из-за тебя педагогику бросила. Слушай, неужели ты никогда не видел во мне мужчину? Тебе было 15, мне 20. Разница 5 лет. По-моему, это критично. Ну хорошо, сейчас мне 30, а тебе 35. И что, ты до сих пор видишь во мне ученика? Или, может быть, младшего брата своей подруги? Я вижу в тебе проблему. Виталь, ну правда. Ну ты веселый, свободный, а я? Я формально вообще покойница. Ну и потом, это твой интерес ко мне, это что? Незавершенный гештальт? Недополученный новогодний подарок? Что? Мне кажется, что это любовь. Та самая. Настоящая. Какой же ты упрямый. Да, Кать, что мне делать? А вы всегда пускаете в кабинет начальницы посторонних людей? Ну, Катерина не посторонняя. Что мне Она делать? Она подруга Инночки Валентиновны. Не паникуй. Спокойно открывай дверь. Главное, не вызвать никаких подозрений. И, пожалуйста, тяни время, пока информация закачивается. Иначе придется ставить закачку на самое начало. Кать, ну когда потом? Новый главбух пароль на компе сменит, и все. Доступ к информации у нас уже не будет. Послал же Бог подругу. Добрый день. О, приветствую. А я уже почти закончила собирать вещи подруги. Вот уж не ожидала вас здесь увидеть. Извините, у нас будет конфиденциальный разговор. Да-да, конечно. Ну, это даже к лучшему. У меня осталось несколько вопросов к вам. Вы позволите? Я хотел бы у вас уточнить. Это я хотела у вас уточнить. У вас в полиции все такие бруталы? Ну, не совсем. У нас есть женщины, работают уже. У вас, наверное, пистолет есть? Не совсем понял. Пистолет. Дадите пострелять? Знаете что, давайте, наверное, как-нибудь в следующий раз, хорошо? А вопросы? Вы меня извините, я вспомнил на работу дела. Простите, всего хорошего. Сядь, не мельтеши, а. Я нервничаю, не видишь? Теперь вижу. Нашла что-нибудь? Да, но ничего утешительного. Я ничего не понимаю. Кто-то списал деньги с рабочего счета фирмы в день корпоратива, но я почти все время была на рабочем месте, я последнюю отчетность сдавала. Да потому что это наверняка твоя Римма Ивановна, зря ты ей доверяла. Она гадюка та еще. Кать, не пойман, не вор. Зато ты у нас пойман, но не вор. Я вот думаю, как можно было списать деньги со счета фирмы? Без ключа флешки. Я несколько раз выходила из кабинета, и флешка была у меня в столе. Это несложно найти. Но пароль... Знаешь, что меня больше всего напрягает в этой истории? Что? То, что это даже не кража. Это стопроцентная подстава. Понимаешь, если у человека был пароль и доступ к счету, деньги можно было списать удаленно. Но их списали именно с твоего компьютера. А значит, подставить хотели именно тебя. Да. Значит, этот человек хотел избавиться именно от тебя. Но я никому ничего плохого не сделала. Это ты так думаешь. Вот, например, та же любовница твоего Кольки наверняка считает тебя врагом номер один. Да. Глупости, я ее даже не знаю. Зато она тебя знает. И ты для нее автоматически враг. Ты жена ее любовника. А она ревнивая женщина, которая хочет заполучить мужика. Она вполне могла тебя подставить. Да. Или это может быть конкурентка с твоей работы? Кто после твоей смерти должен был занять твое место? Возможно, Римма Ивановна. Не, ну я отказываюсь верить. Да нет, ребят, у нее ни ума, ни смелости бы не хватило. Ага. Инна, люди полны неприятных сюрпризов. С другой стороны, если вы правы, и за всем этим стоит Римма Ивановна, то нам нужны еще одни глаза и уши на работе. Я попрошу Варю помочь нам. Да. Возможно, она видела, как Римма Ивановна в тот день выходила из моего кабинета. Почему ты так доверяешь этой Варе, а? Она глупая серая мышь, с кучей тараканов в голове, и наверняка нас обманет. Исключено. Варя честная и порядочная девушка. И
Потом она мне многим обязана. Я и с работы ей помогла, и с учебой. Нет, она не будет меня подставлять. Не знаю я. Так. Вношу рациональное предложение. В этот раз обойдемся без маты Хари. С Варей поговорю я. А с чего ты решил, что она с тобой будет более откровенна, чем с Катей? Потому что я мужчина. И, как многие говорят, очень ничего. Одна ты этого не замечаешь. Инна была очень хорошим человеком. Главный бухгалтер – это как правая рука. Здесь без доверия нельзя. Я всегда доверял и буду доверять Инне. Я счастлив, что был знаком с этим человеком. Светлая тебе память останется, и земля тебе. Инночка Валентина, ну как вы? Вы же такая молодая. Прости меня. За все прости. Как мне теперь детей без тебя поднимать? Знаешь, иногда полезно побывать на собственных похоронах. По-другому начинаешь на жизнь смотреть, на близких людей. О-о. Нет уж, увольте меня от такого удовольствия. Я как вспомню забывание это ненормальное по тебе. У меня аж мурашки по коже. Честно говоря, мне приятно, что Варе не все равно. Она замечательная девушка, я же тебе говорила. Белуга она замечательная. Надо ж так забывать по чужому человеку. Ее надо в театральный сдать. Вот делай со мной что хочешь, а мне эта серая мышь не нравится. Вот от таких тихонь жди беды. У меня такие клиентки есть. Поначалу, боже, дуванчик. А как получит свое, все, акула. Катюх, ну какая Варя акула? Ну ты ее видела? Она ж мухи не обидит. Подожди. Или ты ревнуешь? Кать, да ты чего? Ну ты ж моя самая лучшая, любимая, самая моя дорогая подруга. Вот. И, пожалуйста, об этом не забывай. Есть хочу, не могу. И никаких продуктов нет в холодильнике. Надо Виталику позвонить, чтобы после работы еды купил. Так, я поеду? Ты куда? К Варе. У меня же есть ее домашний адрес. Я хочу с ней поговорить без лишних свидетелей. Ты что, с ума сошла? Она же тебя увидит. Я сегодня убедилась, что я могу ей доверять. Человек, которому не все равно, что со мной происходит, не может предать. Пусть хотя бы Виталик ее сначала проверит. Я не вижу в этом смысла. Варя осторожный человек. Виталий, она может не открыться. Будет гораздо лучше, если я сама с ней поговорю. Я возьму ключи от твоей машины. А у меня есть выбор. Бери, конечно. Спасибо. Только очки солнечные надень. Угу. Нет, ты угораздилась меня с этой Малахольный в одну песочницу, а? Thank you.
Здравствуйте, а Варвара дома? А я почему знаю? Сама посмотри. Угу. Офигеть. Да, находка для психиатра. Это я тебе как врач говорю. А я сразу сказала, девка больная на всю голову. Нормальная бы не стала так по чужому человеку убиваться. Зачем она это сделала? Как зачем? Твоя помощница спит и видит, чтобы занять твое место. Но она не может стать главным бухгалтером. У нее не та квалификация. Да ей не работа твоя нужна. Ей нужна твоя семья. Но это невозможно. А вот с этим не могу не согласиться. Колька твой, хоть тот еще кобель, но на такую серую моль даже он вряд ли позарился бы. А вот по работе она вполне могла бы тебя подставить. Она же все время рядом крутилась. Скажи мне, ты когда-нибудь при ней вводила пароль от банковской системы? Просто если у нее тот диагноз, о котором я думаю, Варвара – человек, обладающий отличной памятью и вниманием. Вводила. Ну какая же я наивная дура. Нет, ты не дура. И не наивная. Ты просто порядочный человек. И поэтому сначала в людях видишь только хорошее. Это что же получается? Сначала она отняла у меня работу, а теперь что? Пытается прибрать к рукам мою семью? Ну, это ей вряд ли удастся. Ты куда? Стой, подожди, ты куда, куда? Я должна предупредить Колю. Если Варя до такой степени не дружит с головой, то она представляет собой угрозу. Этот козел тебе изменил. Это козел, на секундочку, отец моих двоих детей. Я не позволю, чтобы какая-то ненормальная угрожала моей семье. Завтра эта малышка будет моей. И все это благодаря моей другой малышке. Родная, спасибо тебе за тест-драйв. Ты счастлив? О, да. Значит, и я счастлива. Скоро заберем нашу малышку из автосалона. Детка, ты у меня секси. Как насчет другого тест-драйва? Как же ты ловко подставила мою дуру жену. Да, признаюсь. Я давно мечтал от нее избавиться. Потому что я задыхаюсь. Она на корню душила мое вдохновение. Ведь я
творческая личность. Мне нужна муза. Такая, как ты. Скажи еще раз, что я твоя муза. Ты моя муза. Теперь у нас есть все для счастья. Любовь. Деньги. Семья. Новая машина. И главное, ты. Я... Ну какая же я дура, а, все-таки? Ну как можно быть такой дурой? Варенька хорошая, Варенька надежная, Варенька порядочная. Какая красивая дама и без охраны. Девушка, позвольте нам скрасить ваше одиночество. Ребят, идите куда шли. Толян, походу, нас только что послали. Девушка, ну, нельзя же быть такой строгой. Руку убери. А если не уберу, то что? А вот что. Ну, что, поговорить захотели? Давайте поговорим, ребят. А что? Ха, мне затерять нечего. Я уже покойник. Послушай, ты дурой-то не будь, порежешься еще. Я дура, да. А ты что, меня жизни поучить хочешь, да? Только я сыта, вот так вот по горло сыта всеми вами, учителями, понятно? Я тебе сейчас от твоего горла прям возьму и перережу, и мне вообще за это ничего не будет, потому что я уже покойник, у меня даже могилка есть. Хочешь, покажу? Ну? Толян, да ну ее, пошли отсюда, неадекватная какая-то, видишь? Наконец-то ты уделила мне время. Знаешь, вот честно скажу, 2 дня игнора – это уже чересчур. Присаживайся. Котик, ну, у меня помимо тебя целая жизнь. Скажи, а ты не боишься, что у меня появится другая? Нет, не боюсь. Ты знаешь, нам в офис нужен новый
бухгалтер. Как романтично. А что случилось со Светой? А, она уволилась. Да, сегодня. Без объяснения причин. Вот если бы ты отвечала на мои звонки, ты бы это знала. Вот зараза. Могла бы предупредить заранее. Ну, ты не переживай, я уже нашел ей достойную замену. Нет. Не надо. У меня как раз есть подходящая кандидатура. Подожди, человек должен быть надежным. Вот именно. А этому человеку я доверяю больше, чем себе. Подожди, ты что, ты хочешь? Ты хочешь сказать, что ты хочешь назначить на эту должность меня? Дорогой, ну нет, ты же мужчина. Это все объясняет. Мой кредит доверия к вашему полу исчерпан. Тебе не приходило в голову, что я волнуюсь? Нельзя было мне позвонить? Нельзя. Где ты была? В шкафу. Ты что, пила? Нет. Но собираюсь. А где Катя? Катя осталась своего хахаля. Ты не ответил на мой вопрос. А тебе правда не все равно? Ты же себе. Ой, Кать, это не то, что ты думаешь. Ну да, это то, что ты думаешь, но... С добрым утром, сестренка. Утро точно доброе, братишка. Извините, я в душ. Господи, я сошла с ума. Это неправильно. Так не должно быть. Ну и как? Виталик молодец. Хорошо готовит. Я не прав ли? Да ладно, подруга, я всегда знала, что этим закончится. Он у меня упертый. Да и тебе, признайся, он всегда нравился. Колька спит с Варей. Да ладно. Ничего себе. Даже я не могла догадаться, что он такой всеядный. А ты откуда узнала? Своими глазами видела. Я вчера полночи в собственном шкафу сидела. И оргию вот эту вот наблюдала. Ничего себе. Теперь понятно, как ты в постели моего брата оказалась. Хотела отомстить мужу? Или как там? Клин клином выбивают? Нет. Хотя... Слушай, Виталик не такой железный, как может показаться. Зачем ты так с ним?
такого больше не повторится. Эта ночь была ошибкой. Я поговорю с ним и все ему объясню. Не надо. И так все понял. Переживет. Ну вот что я за человек такой, а? Ну почему со мной всегда так? Ну у меня ни семьи, ни денег, ни жизни, ни работы. Ну ладно, с работой я тебе помогу. У меня как раз бухгалтер уволилась. Ты не боишься воровку к собственным деньгам подпускать? Смешно. А в остальном что будешь делать? От твари избавлюсь. Я не позволю, чтобы это ненормальное находилось рядом с моими детьми. Папочка мне идет? Нет. Варь, это не твои вещи. Повесь обратно. Ну, не будь такой букой, папуль. Оно, конечно, мне чуть велико, но можно его ушить. Варь, и не называй меня папулей. Хотя нет. Ушивать его не надо. Мне ведь скоро понадобится новый гардероб. Будущая мама должна быть красивой. Когда я уйду в декретный отпуск... В какой отпуск? В декретный. Я хочу, чтобы у наших старшеньких был братик или сестренка. Денег в нашей семье хватает. Мы вполне можем позволить себе третьего ребенка. Хотя, знаешь, хлопот, конечно, прибавится. Ведь у Машеньки нашей скоро переходный возраст. У Коленьки тоже проблем хватает, как у любого мальчика. Ой, надо же успеть их к школе подготовить. Папулечка, ну давай мы их раньше из лагеря заберем. Ну, пожалуйста, я так по ним соскучилась. Ну, пожалуйста. Варя. Варюш. Ты что несешь? Какие наши дети? Это мои дети. И главное, не забыть им купить новую обувь. А то ведь за лето они вырастут. Варь, ты умом тронулась? Какая обувь? Какой лагерь? Какие дети? Они еще даже не знают, что у них мать погибла. А ты уже на меня третьего повесить хочешь? Коленька, ты такой смешной, когда сердишься. Когда у нас появится третий малыш, ты должен будешь быть по сдержаннее. Какой малыш? Ты меня спросила, хочу я ребенка или нет? Я со своими двумя не знаю, что делать. И запомни, мои дети – это только мои дети. И ты к ним даже близко не подойдешь, это ясно? Это ты меня так благодаришь за все то, что я тебе сделала? Коленька, ну, я ведь все для тебя делала. Я жизнь на тебя положила. Я машину тебе новую хотела купить. Нет, нет, я не позволю тебе все разрушить. Так, ну-ка пошла отсюда. Коленька, ты что, не надо? Пошла отсюда, я сказал. Коленька, не надо. Коленька, ну, пожалуйста. Коленька, ну, пожалуйста. Ну, я сделаю все, что ты хочешь. Да, я буду хорошей. Я буду делать все, что ты скажешь. Ну, пожалуйста. Только, ну, хочешь, мы этот джип купим? Хочешь, мы его купим? Ну, пожалуйста. Ну, пусть он стоит дороже. Ну, ничего страшного. Ну, ну, пожалуйста. Ну, Коленька. Виталь. Я не хотела тебя обидеть. Я растерялась. Ну, я сама не знаю, ни что у меня на уме, ни что у меня на сердце. Эта ночь была прекрасной, но мы все равно не сможем быть вместе. То есть ты все решила за нас двоих? Так будет лучше. Правильней. Для кого? Для моих детей. Я не приведу им отчима, они будут против. То есть ты из-за них все решила? Ин, мне уже не 15 лет. Я знаю, просто, ну, все не так просто. Я старше, у меня есть дети, и вообще вся моя жизнь одна сплошная катастрофа. Да что далеко ходить, формально я вообще труп. Ну, правда, ну тебе не нужны такие проблемы. Позволь, я сам буду решать, что мне нужно, а что нет. Я хочу быть с тобой честной. Ты замечательный. Ты мне очень дорог, но... Но я сейчас живу одним днем. Я не думаю о будущем, у меня, возможно, его вообще нет. Будущего. А в этом одном дне есть место для меня? Ну, послушай, ну тебе ведь уже нечего терять. Так позволь себе быть любимой, счастливой в этом одном дне.
Только у меня будет одно условие. Когда все это закончится, мы сделаем вид, что ничего не было. Мы все забудем. И это твое условие? Да. Хорошо. Я согласен, ты же знаешь. Тогда соблазни Барио. Ради меня. Виталий здесь? Ну, во-первых, здравствуйте. Позови его, мне с ним поговорить надо. Во-вторых, пожалуйста. Издеваешься? Виталя! Эй! Ты куда? Я тебя не приглашала! Виталя! Ты мне объяснить ничего не хочешь? Карина? Это ты меня. Но вот эту уродку променял. Так, ты сама отсюда выйдешь или мне полицию вызвать? Ты серьезно? Меня? На вот эту старуху? Послушай, Карин, ты сама поставила точку в наших отношениях, и я не понимаю претензий. Старуха? Да мы, между прочим, с ней ровесницы. Пошла ты что, меня трогаешь? Отсюда, сопля малолетняя. Жизнь, между прочим, только после 30 начинается. Вот так вот намотать себе на ус. Нет, ну это ж надо, такая нахалка пришла ко мне сюда. А ты говорил, что разница в возрасте не видна. Да нет вообще никакой разницы в возрасте. Есть разница в мозгах. Сам виноват, связался с малолеткой. Но не переживай. Она тебя больше не побеспокоит. То есть между вами все кончено? А зачем мне кто-то еще, если у меня есть ты? А, да-да. Конечно, и Варя. Ну, как я мог забыть о своем новом объекте вожделения? А что вы здесь делаете? Обустраиваюсь на новом рабочем месте. О. А вот что ты, милочка, здесь делаешь, это большой вопрос. Я тебя не вызывала. Но коль уже ты тут, принеси, пожалуйста, коробки из моего старого кабинета. А я к вам в услужение не нанималась. И вообще, у меня сегодня выходной. Я беру отгул по семейным обстоятельствам. У тебя семьи нет. А вот и есть. Ты мне зубки не показывай. Пробкой вылетишь с работы. Либо делай то, что я тебе говорю, либо... Ваши дела. Все чудесно, Катюша. И если не считать, что
Мой козел спит со своей секретаршей. Да ты что? Это же ее вроде уволила. Уволила. Это уже другая. Вот козел. И не говори. Пожалуйста. Олег. Привет. Позволь тебе представить, это Ирина, наш новый бухгалтер. А это Олег, моя жизнь, моя судьба, мой красавчик. Я тебе много о нем рассказывала. Да. А мне о вас ничего не говорили. Фигурка манифик, ну, красавица. Приятно познакомиться. Вот, это твое место. Ладно, прошу прощения, мне нужно спешить, у меня деловая встреча, пока. Ну что, будем дружить? Да. Ты не против, если я как-то вечером покажу тебе свою бухгалтерию? Ну, почему бы и нет? М? Только в бумажном, отксерокопированном варианте. Простите, ради бога, я вас не заметил. Ну зачем вы так гоняете? Простите, мне очень неудобно. Может быть, я вас в больницу отвезу? Нет, нет, не надо в больницу, я их не люблю. Хорошо, тогда, может быть, вы со мной пообедаете? Здесь недалеко прекрасный ресторанчик. Мне просто очень хочется загладить свою вину. Не, не стоит. Я настаиваю. Анжела, кофе принеси. Хорошо. Привет. Привет. Ну, как процесс? Нормально. Только у тебя в бухгалтерии полный бедлам. Ты в курсе, что вы чуть не опоздали с выплатой налогов? Все-таки как хорошо, когда у твоей лучшей подруги черный пояс по бухгалтерии. Давай о главном. Как тебе мой Олег? По чесноку или полицемерить? Ну, говори, как есть. Ну что ж, ладно, скажем так. По всеядности он напоминает мне Николая. Что ты, не сравнивай. Олег у него такой стиль, шик, вкус. Он никогда не стал бы заглядываться, на кого попало. Что там? Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Странно. Похоже, кто-то сегодня перевел со счета компании в офшор еще одну крупную сумму. За подписью Риммы Ивановны. Она новый главбух. Думаешь, это все-таки Римма Ивановна тебя подставила? Нет, я не верю. Римма Ивановна – умный и опытный бухгалтер. Она никогда бы не стала так открыто подставляться. Ну, ставить свою фамилию на платежке. Кто-то опять воспользовался моим рабочим компьютером. Кто-то. Варя. Она же сама вчера об этом сказала. Знаешь, что самое поганое? Я даже не удивлюсь, если Николай с самого начала знал об этой моей подставе. Ну, фактически сам организовал ее для того, чтобы от меня избавиться. Это же отец моих детей. До какой степени я должна была быть ему противна? Все. Инна, забей на него. Живи настоящим. Я вот только знаешь, чего не понимаю? Зачем они хотят избавиться от Риммы Ивановны? Они же сами себя подставляют. Ведь ты же не могла воскреснуть из мертвых и подставить Римму Ивановну. Согласна, это очень странно. Да. Все, пора избавляться от этой сумасшедшей, пока она у вас там пол-офиса не пересажала. Но есть и хорошее. По крайней мере, эта платежка – доказательство моей невиновности. Я же не могла ее сделать с того света. Но это до тех пор, пока полиция не знает о том, что ты жива. А ну да. Замкнутый круг какой-то получается. Угу.
Катюша, можешь поговорить с тем следователем? Ну, как-то подвести его к мысли аварии. Опять быть матой Хари нет. Кать, ну, пожалуйста. Только ради тебя. Главное, чтобы получилось. Можешь не сомневаться, получится. Если уж даже такой, как Олег, попал под мои чары, то уж этот недотёпа следователь, я тебя умоляю. Так. Ага. У меня двое детей. Вот, планируем с мужем третьего, так что на рестораны времени совершенно не остается. Двое детей? А сколько им лет? Дочке 10, сыну 7. Они в лагере сейчас. 10 лет? Это же во сколько вы его родили? Простите, я просто хотел сказать, что вы очень молодо выглядите. Я рано родила. Я родила рано. Вот. Мечтаем с мужем о третьем. А дети они в лагере сейчас. Муж у меня очень хороший. Любит меня. Сам о третьем просит. Слушаю. Катя? Да, конечно, здравствуйте, Катя. Поминуть? Ну, да, могу. И кто эта прекрасная незнакомка? Я ее знаю? Нет. Я и сам ее толком. Странно. Позвонила сама. А чего странного? Ты понравился женщине, она хочет продолжить знакомство. Ну. Да, и, судя по всему, ты тоже на нее запал. Да ладно, слушай, ну, ты не видел ее. Она, понимаешь, она таких только в кино показывает. И вдруг позвонила сама. А чего ты сидишь? Дуй за цветами! Герой кинолюбовник. Думаешь? Да. Давай, давай. И, кстати, не жмоться. Розы возьми. Беспроигрышная классика. Хватит или подбросить? Слушай, я давно не был на свидании. Ой. Держи. Но помни, ты мой должник. Расскажешь все в лицах и действиях. Ага. Давай, беги. Спасибо. Я твой должник. Отжишь. Думаешь, клюнет? Обижаешь. Он наверняка уже побежал покупать обручальное кольцо. Такие, как Василий, мечтать не могут у таких, как я. Ну что, настолько плохо? Как человек, нет. Но как мужик. Ты же знаешь, мне не нравятся правильные ботаны. Другое дело, Олег. Стильный мачо – моя слабость. У него такое тело. Мы вместе только 2 месяца, а мне уже кажется, я знаю его всю жизнь. У меня с Николаем тоже такое было вначале. И чем все кончилось? Ну, Олег – это другое дело. Во-первых, я не собираюсь за него замуж. Брак убивает всю романтику и страсть, и я не готова на такой риск. Совсем недавно я бы еще с тобой поспорила, но сейчас. Привет следователю. Да, и присмотри за моим Олежкой. Уж больно он в фаворе у посетительниц. Ну что, еще не надоело дышать канцелярской пылью? Надоело, но что делать? Меня должны забрать. Кто? Муж?
Нет, мужа у меня нет. Ну, это хорошо. Ты очень удивительно пахнешь. А у меня чуткое обоняние. Извини, я не фанатка истории парфюмера. Может, пошалим? А может, я Кате все расскажу? И кому она поверит? А? Кому? Своему любимому мужчине или какому-то бухгалтеру? Иди сюда. Бухгалтеру? Руки убери! А то что? Руки! А то что? Не... Не трогай меня! Виталик, хорошо, что ты пришел. Чем хотел? Да не, ничего. Пошли обедать. Цветы. И совершенно случайно они оказались у меня под рукой. Случайно? Ну да. Ну, если вам не нравится, я нет могу уж кому-нибудь их и другому. Вы мне их принесли, я их и заберу. Странная подборка. Так вроде красивые, но словно с клумбы. Здесь просто нет поблизости цветочных ларьков, а я боялся к вам опоздать. Ну, Василий, вы ради меня на преступление пошли, да? А если я их в полицию сдам? Вас арестуют за хулиганство? Ну ладно, расслабьтесь. Ничего я никуда сдавать не собираюсь. Букет роскошный. Ну, правда. Мне никто никогда такого романтичного букета не дарил. Мне кажется, вы голодные. Давайте что-нибудь закажем. А, прошу. Давайте. Я угощаю. Виталя, вдруг знакомых встретим? В таком виде? Даже я тебя не сразу узнал. Так что не трусь. Я сегодня обедал с Варей. И как провел время? Незабываемо. У нее серьезные проблемы с психикой. Она действительно считает, что она — это ты. Я так от этого уже устала от всего. Мне иногда кажется, что еще немного, и у меня мозг взорвется. Ну так давай забудемся, хоть на часок. Думаешь, получится? Слушай, а ты когда последний раз на качелях каталась? В прошлой жизни. Я нарисую облака, так оно похоже на тебя. Близкое и далекое, как и любовь. Облакам два слова: люблю тебя, близкая и далекая женщина. Я нарисую для тебя самый счастливый день. Я так хочу удивить тебя, что может быть важней. Я подарю тебе твой портрет, ты посмотри на него. Больше сказать мне о любви нечего. Я нарисую озеро, так же, как в тебе я в нем тону, вдохновляясь над образом во сне и наяву. Я напишу над озером
слово «люблю тебя». Близкая и далекая женщина. Я нарисую для тебя море, а в нем дожди. Я так хочу удивить тебя, ты только подожди. Спасибо за незабываемый день. В этом даже что-то есть. Так странно. Понадобилось умереть для того, чтобы снова почувствовать себя живой. Я даже не помню, когда я в последний раз была так счастлива. Не переживай. Ты скоро с ним встретишься. Я все для этого сделаю, обещаю. Извините, сюда нельзя. А я к своим детям. Только в официальные часы посещения. Это что, тюрьма? Я не имею права увидеть собственных детей? Имеете. С этим вопросом вам лучше обратиться к директору лагеря. Могу дать номер телефона. Мальчик, подойди сюда. Скажи, а ты можешь позвать Машу и Колю Пичугиных? Скажи, что мама приехала. За двоих мало. Остальное получишь, когда их позовешь. Подожди, подожди. Вот тебе еще один рецепт экспресс-омлета. Он называется, он царский. Открываешь холодильник. Так, все, что видишь, берешь мелко, складываешь в сковородку, да? Поливаешь яйцом, получается. Так, а если в холодильнике только... Так. Шпинат и йогурты? Не проблема. Берем шпинат, также его мелко нарезаем. Так. А, и заливаем йогуртом. Василий, скажите, а вы дела так же лихо расследуете, как омлеты готовите? Я так понимаю, Катя, что вот мы и перешли к теме, ради которой вы меня сюда и позвали. Ну, а разве я не могла просто так захотеть еще раз вас увидеть? Честно, не могли. Василий, не надо, Катя. Да, я, возможно, недотёпа в личной жизни, но не в работе. Юлить не буду. Вы мне понравились, поэтому я здесь. Да, и еще же, что мне неприятно, что вы решили меня использовать. Она была мне не просто подругой. Она была мне сестрой. Мне кажется, я знаю, кто мог ее подставить. Что вы знаете о ближайшей помощнице Инны, Варваре? Значит, вы их дядя? Да, моя сестра их крестная. Получается, я знаю их с рождения. Вот решил заехать, был неподалеку. А у вас здесь хорошо? Да, все условия для детей. Спортивная площадка, собственный пляж. Подождите, пожалуйста, здесь, я вас сейчас приведу. Хорошо, спасибо. Этот Василий гораздо умнее, чем я думала. Это логично, он следователь. Нет, не логично. Он видит меня насквозь, и это дико раздражает. Как он еще про тебя не прочитал в моих мыслях, я не понимаю. Виталий говорил сегодня с Варей. Кать, мне реально страшно, что этот сумасшедший может оказаться рядом с моими детьми. Ее правда надо лечить. Я понимаю, но что мы можем сделать? Она же мертвой хваткой вцепилась в твоего Кольку. У меня есть одна идея, но для этого мне опять понадобится твоя помощь. Ну что еще?
Помоги мне снять проститутку. Слушай, а ты уверена, что это у Вари проблема с головой, а не у тебя? Кажется, вы с Колей разминулись. Его час назад мама собрала. Мама? Это исключено. Ну, почему же? Ребятишки видели, так, как он… Так, послушайте. Мама мальчика умерла несколько дней назад. Ну, это, наверное, какое-то недоразумение. Так, где его сестра? Маша Пичугина. Она должна быть в старшем отряде. Я сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Мы на массаж. Проходите. А ты точно здесь? Да точно. Мне про этот массажный салон моя клиентка рассказала. Она тут своего благоверного застукала. Так ему потом хребет вправила, что он про остеохондроз навсегда забыл. Пойдем. Здрасте. Господи, как они этим пользуются. Это же полное отсутствие гигиены. Ты посмотри. Кать, мы не на смотрину сюда пришли. Нам надо одну из них снять. Надо, чтобы поартистичнее была и поумнее. Только ты не дурак, он на пустышку не поведется. Не старовато ли для начинающих? Валите, откуда прикатили. У нас тут живая конкуренция. Так, ша, это не конкурентки, а клиентки. Тогда двойной тариф. Почему двойной тариф? За моральную травму. За какую? Мы не для себя, мы для мужа ее. Ну, на день рождения. Давай вот это возьмем, она в его вкусе. У вас какая цена? А что? Креативненько. Знаю. Мам, Галь, ты бы новую услугу в прайс добавила. Да, совсем бабы пообмельчали. Я бы своему не в жизнь. Ты хорошая сигарета. Ладно, договоримся. Ничего, такая тёлочка. Извините, это вы мне? Это вы ей? А ты чё, мамашка её будешь, что ли? Ну ничего, тоже стильненькая. А ты смотри, папашкой не стань. Аккуратнее, они тут не предохраняются. Галь, чё, реально, что ли? Ну что ты, милый, ну кого ты слушаешь? Так, дамочки, либо снимаем, либо валим. Мы берем. Но в таком виде ее Кольке нельзя. Ясен пень, ну ничего, мы из нее человека сделаем. А у нее вообще-то имя есть. Да? И какой, если не секрет? Матильда. А-а-а. Если это Катя, она меня убьет. Или хуже того, уволит. Заткнись. Заходите. Работа часа на три. Ну, мои тарифы вы знаете. Мы просто хотим вас привести в порядок, чтобы мой муж на вас клюнул. Инна, ну кому ты что объясняешь? Девушку же только деньги интересуют. Вот это уже интересно. А вы думали, я за идею на панели стою?
Ну, долго они там. Слушай, а кто такая Инна? Я где-то слышал это имя. Точно. Мне Катя о ней рассказывала. А, так это ее подруга. Умерла пару дней назад в аварии. Шуткая история. Однако, ты знаешь, она довольно неплохо сохранилась. Как для трупа. А я что? Она сказала, что мало. Вот я и позвал. Я не понимаю, как дети могли согласиться пойти с чужим человеком? Ну, это же дети. Им сказали, родители ждут. Вот они и пошли. Вы полицию вызвали? Нет еще. Ну, вдруг все-таки мать. Да какая мать? Их мать умерла несколько дней назад, только похоронили. Похоронили? Но она не привидение была. Она мне денег дала. Ой. Так, помнишь, как она выглядела? Ну, я не всматривался особо. Это очень важно. Блондинка, брюнетка, можешь ее описать? Ну, невысокая, молодая. Волосы вьющиеся такие. Блондинка. Платье красивое и накидка розовая. Так, немедленно вызывайте полицию. Их сумасшедшая забрала. Номер квартиры ты помнишь? Смотри, твоя цель – попасть внутрь до прихода Вари. Ты должна скомпрометировать моего мужа. Да не вопрос. И вот это выплюнь, пожалуйста. Коля не любит жвачных коров. Да пожалуйста. Ну, а пошла? Удачи. Думаешь, клюнет? Увы, да. Да возьми же ты трубку. Простите, так неудобно получилось. Я ваша новая соседка, арендую квартиру наверху. У вас, случайно, не найдется немножечко соли? Пожалуйста. Конечно. Пожалуйста, проходите. Мой дом, как и я, полностью в вашем распоряжении. Кстати, я известный писатель. Вы мою книгу не читали? А, вы такой милый. И такой брутальный. Ин, прекрати. Я и так вся на нервах. Лишь бы сработало. Да, конечно, сработало. Она уже полчаса там. Думаешь, они там ребусы разгадывают? Смотри. Теперь остается только ждать. Милый, я... У меня соседка. Что ты делаешь? Убери руки от моего мужа! Да пошла ты. На нем бирка не висела, что он твой. Но счастливо оставаться, сладкий. Продолжим как-нибудь. Для тебя вообще нет ничего святого. Ты уже шлюх водишь в нашу супружескую Слушай, кровать. Слушай, заткнись, а. Ты мне не жена, чтобы здесь истерики закатывать. Я свободный мужик. Кого хочу, того в свой дом отаскаю. Это понятно? Ты неблагодарный. Я все для тебя сделала. Любую прихоть твою исполняла, а ты... Так, ну пошла отсюда. Иди вон отсюда. Чего ты встала? Пошла отсюда вон, чтоб духу твоего здесь не было. Ну как, получилось? Фух. А то.
Варя ваша истеричка. А. Девочки, ну вы звоните, если нужно будет еще кого-нибудь своротить. Я полностью к вашим услугам. С вами приятно работать. Ну и какой шанс, что она его бросит? Никакого. А вдруг он может ее бросить? Колька на дух не переносит истеричек. Ладно. Посидим, подождем. Если Варя появится, значит, наша взяла. Угу. Колька, только не бросай меня! Я все для тебя сделаю! Ты дура! Ты дура больная! Подумай о наших детях! Да нет у нас с тобой никаких детей! Нету! Господи, на кого я Инну променял? Вот на это ничтожество! Выметайся вон! Вон из моей жизни! Вон из моего дома! Ты мне за все заплатишь! Так ты сама уйдешь? Или мне полицию вызвать? Ты меня совсем не любишь. Дошло наконец-то! Господи, ну сколько ж можно ждать, а? Ну, хочешь, я пойду посмотрю. Нет. А вот теперь, кажется, пора. Слушай, подожди. Ты уверен, что Кольке нужно открыться? А вдруг он тебя полиции сдаст? Не сдаст, он уже сам причастен к этой краже. Ты звонил? Да, забыла телефон включить. Что? Что слышала? Варя забрала детей. Предупреди Инну. Я скоро буду. Этого только не хватало. Ты чего? Коля, Коля, ну что же ты, Коля, дыши! Инна, он мертв. Бесполезно. Это ты его, да? Инна, ты что, с ума сошла? Зачем ты сделала это же статья? Избавиться от улик. Оля. Так, ты не прикасайся больше ни к чему, поняла? Оля. Так, знать бы еще, что с трупом делать. Он тяжелый. Нам его до машины не дотащить. Это не я. У меня когда пришла, он уже так лежал. Вот, это то, что будешь говорить на допросе, если придется. Они, слава богу, думают, что ты мертва. Так что, может быть, тебе будет нормально. Да и убивала я его, не убивала. А значит, это она. Варя. Хорошо. Хорошо. В смысле, ничего хорошего. Ну, хорошо, что руки не в крови. Пойдем. Сваливаем отсюда. Я никуда не пойду. Я не могу идти. Я не могу. Его не найдет никто.
Сможешь. Сможешь. Но где сможешь. Но где у него тихо. Нет? Его найдет. Тихо. Я сделаю так, что его найдут. Я делаю так, что его найдут. Слышишь? Он мертвый. Да. Да, да, он мертв. Ну и что? Мы все когда-нибудь будем мертвы. Соберись. Соседи услышат. Тихо. Пошли. Надо дверь оставить открытой, чтобы упасть. Да, да, да. Да. Так. Тряпочка. Я так не могу, я лучше к нему. Не надо к нему, возьми себя в руки, соседи увидят. Подумай о детях, подумай о детях. С кем они останутся, пока я опеку оформлять буду? Их в детский дом и везут. Ну же, вернешься, сядешь. Пошли, пошли, пошли. Пейте еще. Папа должен скоро приехать. Я не понимаю, почему он задерживается. Почему папа сказал нас забрать из лагеря? Ну, я так поняла, что у него к вам какой-то серьезный разговор. Ну, мог и в лагерь подъехать, и нас домой отвезти. Зачем вы нас сюда привезли? Столько вопросов, дочка. Я вам не дочка. А ты не хами старшим, это неприлично. Я просто выполняю поручение вашего папы. Но вы не папина, а мамина помощница. Так, мне здесь надоело. Пойдем, Коль. Ну, подождите, стойте, вы же ничего не знаете. Я просто не хотела вас расстраивать. Но я думала, что папа приедет, сам вам все расскажет. Но раз такое дело, вам некуда больше идти. Ваша мама вас бросила, а квартиру продала. Неправда, мама так не могла. Она вас не любит. Не слушай эту дуру. Так, пошли, Коля. Дайте ключи! Ключи дайте! Маша, пошли отсюда! Передавайте мамуле привет. Здрасте. Мне бы с Варей поговорить. Хахаль. Знакомый. Все так говорят. А потом вот и девка с пузом. А мне лишний рот ни к чему. Где она? Слышь ты, руки убрал. Сейчас участкового позову. Зови. Комната ее где? Сейчас. Разбежалась и сказала. Ага. Ты куда? Стой, стой, ты куда, ты? Что ты лезешь в квартиру? Слышишь? А ну пошел вон отсюда. Вы ее бабушка? Тебе какое дело? Ты, иди отсюда. Вы понимаете, что ваша внучка украла двух детей? Удри. Опять допрыгалась. Только я тут ни при чем. Варька она совершеннолетняя. Я за нее не отвечаю. Убирайся отсюда. Если вы не знаете, где она, я подожду ее тут. Не, ну ты нарвался. Я за участковым пошла. Он тебя, пижона, на место поставит. Еще ничего. Сейчас Семёныч придет, или как фанера вылетит отсюда. Как по Парижам пролетишь. Понял? На, вот выпей. Иди в душ. Я тебе новые вещи дам. А это платье я лучше выкину. Нет, лучше я его сожгу. Это я во всем виновата.
если бы я ему эту проститутку не подсунула. Да он бы сам ее нашел, а все закончилось бы точно так же. Или ты думаешь, что он эту сумасшедшую верность хранил до конца своих дней? Так дай мне телефон. Зачем? Надо в полицию сообщить. Ты себя подставишь. Ты нас с Виталий под монастырь подведешь. Мы же тебя покрываем, значит, мы сообщники. Да? Да. А он что, там вечно будет там лежать? А вдруг его дети найдут, когда из лагеря вернутся? Дети, я не знаю. Слушай, тут такое дело, я даже не знаю, как сказать. В общем, Виталий звонил, он в лагере был там. Что с моими детьми? Я не Они знаю. Живы? Не знаю, в лагере их нет. То есть как это нет? Ну как нет? Я не знаю, нет. Может быть, это сумасшедшая их забрала. Послушай, но их уже ищут. Их Виталий ищет, полиция. Мы их обязательно да? найдем. Я Колю тоже уже нашла. А вдруг это сумасшедшая их? Может, грабитель. А может, террорист. Иннокентьевна, сама ты террорист. 10 вызовов на дню. Может, мне здесь еще прописаться, а? Ты страж закона. И тебе по должности положено отрабатывать зарплату. Понял? В общем, так. Если ничего серьезного, я тебя на 10 суток за ложный вызов упеку. Не упечешь. Я свои права знаю. Давай, давай. Давай скорее. Развели быстрее, тут быстрее. Цирк. Вот, полюбуйся. Гражданин, ваши документы. И что вы ищете в чужой квартире? Деньги. Вот, сам признался. Да помолчи ты, я бы понял, если бы он здесь тараканов искал. Позвольте спросить, какие деньги? Ворованные. Кем ворованные? Вами? Нет. Ее внучка украла на работе огромную сумму денег. На счету она их не могла оставить. Потому что если она украла, сможет кто-то еще. Получается, что деньги должны быть здесь, наличкой. Да, это глупо хранить украденные деньги в своей квартире. Да. Если вы не шизофреник с манией преследования, вы посмотрите, это ж не квартира, это склад. Она все сюда тащит. Вы что, доктор? Да, я хирург. Но психиатрию я тоже изучал. Вот, полюбуйтесь. По-вашему, это нормально? Ненормально. Но не противозаконно. Так что я попрошу вас покинуть помещение, иначе я позову своих коллег. Вот. Чего? Сколько она будет сюда водить мужиков, соседи жалуются, а? Твою дивизию. Что и требовалось доказать. Выращила тварь неблагодарную. Если на кусок хлеба собираешь, а она с жиру бесится и не поделилась. Маленькие неблагодарные ублюдки. Заботишься о них, всю душу в них вкладываешь. Они неблагодарные какие, а? Да разве можно было так с матерью поступать? Это мое! Отдайте, это мое! Это мое! Отдайте, убери руки! Отпусти меня, вы не имеете права! Убери руки! Не пущу я тебя, не пущу, нет! Я все равно уйду, я не могу сидеть спокойно, зная, что это ненормально, увезла моих детей. А толку от того, что ты будешь бегать по улице, это уже делает полиция. Их уже нашли? Детей нет. Нашли только Варю и краденые деньги. Она сейчас в полиции. Она сказала, куда увезла детей? Она сейчас не разговаривает с живыми, только с мертвыми. Это как? У нее серьезные проблемы с психикой, галлюцинации. Если бы мы знали, что ее сломало, можно было бы попробовать подобрать ключ. Я ключ? Ты сам сказал, что она разговаривает только с мертвыми, а для Вари я мертва. В этом что-то есть. Нет, нет, ты не можешь туда пойти. Для этого тебе придется воскреснуть. Так деньги-то найдены. Ее больше не обвиняют в краже. Так давайте не будем терять время. Я с вами. Камера наблюдения видела, как он выходил. Да, вот зашел без сумки, а потом вышел вместе с сумкой. Не понимаю, почему нельзя просто зайти и сказать? Мы время теряем. Инн, прояви терпение.
Люди не каждый день воскресают. О. Кать, привет. Привет. Не думал, что еще увижу. Я по делу. Ага. Ну, говори. Николай ошибся в его познании. Та женщина в морге. Это не Инна. Ну, то есть ты намекаешь, что... Она жива. Она хочет поговорить с Варей. Быть может, Варя скажет ей, где дети. Кать, ты, главное, не нервничай, хорошо? Я понимаю, что утрата близкого человека... Ты думаешь, я с ума сошла? Я не сошла с ума. Но если Инна жива, да, то где она сейчас? Вот она, в машине. Мне кажется, сейчас... Так. Знаете, там звонил глав. Нет, папочка, на этот раз не будет, по-твоему. Я уже большая, у меня своя семья. Да, да, у меня муж, дети. Коленька меня очень любит. Коленька у меня замечательный. Он хочет, чтобы у нас... Как ее за нормальную вообще принимали? У нас обязательно будет. Сумасшедшие обычно. Очень умные люди. Им удается скрыть свой диагноз. Да. Да, папа, у меня есть своя семья. Простите, до сих пор не могу в это поверить. У нас прекрасная. Понимаю. Я не знаю, вообще не опасно Инне идти туда, к этой ненормальной, а? У меня чудесный муж. Гораздо опаснее терять драгоценное время. Да. Главное, не подходите к ней слишком близко, она сильная и опасная. Угу. Пойдемте. Я буду рядом. У нас с Коленькой будет скоро малыш. Да, совсем скоро. Мы его планировали. Коленька, подтверди. И у нас будет большая семья. И мы будем жить долго и счастливо. Я все правильно сделала. Да, я все сделала правильно. Я ждала тебя. Твоя пришла. Ну вот и встретились все втроем. А ты думаешь, я его любила? Я тебя любила. Твою жизнь. На том фото с ним, с детьми. Ты вся такая сладкая такая, такая вся сахарная, что мне тоже захотелось туда, на ту фотографию, где все хорошо, где у меня семья настоящая, понимаешь? А ты не дал мне этого. Понимаю. На том фото. Там все обман. Там неправда. Там не сахарно. Твоя жизнь. Знаю. А я не люблю, когда меня обманывают. Он обманывал нас обеих. Но есть шанс все исправить. А как? Куда ты увезла детей? Давай их вернем. Дети будут рядом, как и в настоящей семье. Да. Дети – это семья. Дети – это хорошо. Ты не переживай. Ты не переживай, теперь я их мама. Они меня любят. У нас семья настоящая. А куда ты их увезла? Где живет твоя семья? В доме. Ты знаешь... Ты меня обманула! Ты обыграла меня, да? Нет, ты никогда не увидишь больше своих сопляков. Ты их никогда не увидишь. Ты не узнаешь, где они. Потому что они там. Они там! Вместе с их папашей. Ты врёшь! Я не вру! Я не вру! Прекратите немедленно! Прекратите! Пусти меня! Тише, Инна,
Стойте! Стой! Стой! Никого не потеряли? Чокнутая-то сбежала! Да! Она сказала, что они мертвые, понимаешь, мертвые. Нет, нет, это другое. Они нужны ей живые, понимаешь? Они нужны ей живые. Она же строит из себя их мамашку. Давай. Куда подбросит, красавица? Здесь недалеко, рядом садовое общество. Только у меня денег совсем нет. Так я не гордый. Могу и бартером взять. Решай сама. Думаю, договоримся. Ну что? Упустили. И как мы будем теперь ее искать? Ну, домой она точно не пойдет. Она сумасшедшая, но не дура. О, утешил, да. Мы сейчас проверим все возможные объекты, куда она могла пойти. Но для этого тоже нужно время, и, возможно, до утра. Но у нас нет столько времени. Знаете, что меня беспокоит? Вот это ее папочка, о котором она все время говорит. Кто он? Что-то известно о ее родителях. У нее есть братья, сестры. Сирота. До 14 лет жила с отцом, который потом при очень странных обстоятельствах погиб, якобы с пьяну в ванной. А мать? Покончила жизнь самоубийством, когда девочке было 8. После смерти обоих родителей несколько лет провела в детском доме. Потом я забрала бабушку по отцовской линии. Ну, а сейчас она также живет с бабушкой. Это сумасшедшая старуха? Она самая. Mm. Помнишь, ты говорил, что этой чокнутой есть склонность хранить все самое дорогое при себе? Может быть, мы поищем подсказку в ее квартире? Там должна быть какая-то зацепка. По крайней мере, о месте, которое ей дорого, но где она могла бы спрятаться в случае опасности. Ну, как-нибудь, не знаю, фотография, запись. Предлагаю не гадать, а разобраться на месте. Я в прошлый раз видел у нее газетные вырезки. Они, скорее всего, для нее важны, иначе она не стала бы их хранить. Эти? Да, эти. Так, предлагаю разделиться, так будет быстрее. Так. Мразь. Согласна. Стерва еще та. Да я не проварю. Про ее отца, посмотри. Так, после смерти жены мужчина несколько лет держал в своем доме в качестве наложницы собственную дочь. Ей было 14, когда ее освободили. В том же доме, где девочку держал отец, были обнаружены останки, господи, младенца. Ой, какой ужас! Такое бывает вообще? Это родной отец. К сожалению, бывает и не такое. Я за годы службы насмотрелся. Да, именно поэтому она и хочет простую счастливую семью, которой у нее никогда не было. Да, но не ценой же моих детей. Там написано, где находится этот дом отца? Нет. У меня есть адрес, я посмотрел в деле, но там уже давно никто не живет. Я хочу туда поехать. Поддерживаю. Практика показывает, что преступников и жертв почему-то все время тянет на место преступления. Поехали? Да. Надеюсь, что моих крестников найдут, пошли. И этот кошмар когда-нибудь закончится. Ну,
Ну, ты, может, поможешь как-то, что ли, а? Ну, что ты трупиком лежишь? Хорошо. Я помогу тебе, папочка. Давай. Спокойной ночи, папочка. Не волнуйтесь, мои хорошие. Мама пришла. Мама с вами. Все, работаем. Не нужно, вы будете только мешать. Я хочу быть рядом со своими детьми. Я должна знать правду. Инна, послушай, там профессионалы. Я хочу к детям. Инна! Их здесь нет. Тогда где они? Послушай. Она не могла забрать детей из лагеря, потом привезти их сюда и поехать обратно к Николаю. Это слишком далеко от города. Значит, у нее есть другое место в городе, где она могла спрятать моих детей. Но где? Мне кажется, что мы что-то упускаем. Что-то, что лежит на поверхности. Пойдем отсюда. Мне так страшно, Виталик. А вдруг она их... Ч-ч-ч-ч. Нет, нет. Даже не думай об этом. Все будет хорошо, мы их обязательно найдем. Пойдем отсюда. Пошли, 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 пошли. А ты уверен, что она не могла их вывести за пределы этой области? Да. Я все подсчитал, иначе она бы просто не успела вернуться в квартиру. Колю уже нашли? Я сообщил следователю, и девушка, которую вы наняли, она подтвердила ваше алиби, так что да. Колю убила Варвара. Не думала я, что так выйдет. Я когда замуж выходила, столько надежд было, столько планов. Помню, мы в наши медовые месяцы на даче его родителей мечтали полмира объездить. Но так дальше наши речки никуда и не уехали. То времени не было, то денег. Когда же все рушиться начало, а? Неужели так быть заел? Вот что мы не учли. Точно. Дача его родителей. Она ведь считает себя его женой. Да, значит, все мое, твое. Виталик, ты гений. Так, подожди, подожди, не перехвали. Где находится дача примерно? Так, сейчас найду. Вот. Она попадает в нашу зону. Да, надо Васе позвонить. Побежали. Мы ждем тебя в машине. Вась! Привет, новости есть. Виталь! Ну что, котенок, не ждала? Олеж, не могу, очень занята сейчас, извини. Скажи, вот эта твоя повышенная занятость, она как-то связана с твоей живой, покойной подругой Инной, а? Ты что, думала, Олежка у тебя тупой, да? А, Олежка умный. И знаешь что, я предлагаю тебе выгодную сделку. Смотри, я молчу об Ине, а ты делаешь меня совладельцем салона. По-моему, выгодный баш надашь. Я что-то не поняла, ты меня сейчас что, шантажировать собрался? Как грубо! Нет, считай, это просто бизнес-предложение. Пошел вон!
Ты знаешь, дорогая, если я отсюда уйду, то только в полицию. Скатертью дорога. Да ладно, я пошутил, правда. Котенок, ты же знаешь, что я никогда... Я тебе не котенок. Это шутка была, перестань. Да. И ты уволен. Это деткам, это мамочке. Коленька, скоро мы будем вместе. Мы же семья. Я думала, что это все сон. Маш, я к маме хочу. Я тоже очень хочу. Но для начала нам надо выбраться отсюда. А потом мы пойдем к маме. Помоги мне встать. Давай, вставай. Нам отсюда не выбраться. И что делать? О, смотри, приехали. Что случилось? Могла только... Следователь. Следователь же вызывали. Интересно, это следователь? Ну что, приехали? Да, приехали. Инка дорогу не помнит. Мне больше 15 лет здесь не было, все перестроили. Я только помню, что рядом река была. А GPS? Да она ничего не показывает. Тут же половина построек нелегальные. Ну-ка. Вот, полюбуйтесь. Здравствуйте. 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 Здрасте. Василий Смирнов из Центрального. Местный или залетный? Залетный. Мы его раньше здесь не видели. Подвозил, видать, кого-то. А чего? Вон у нас в прошлом году во враге таксиста нашли. Три огнестрела. Дебилы. Украли что всего 2000, а человека на тот свет отправили. Может, и этот из таких. Михаил Лапушкин, председатель местного кооператива. Вы простите, я первый раз труп вижу просто. Понимаю. Свидетели есть? Да, дед Федор, у него бессонница. Говорит, мужик ночью девицу какую-то подвозил. Девицу? Угу. Девицу. Похоже, наша подопечная поработала. А значит? Значит, она где-то здесь. Нам понадобится ваша помощь в поисках этой дамочки. Хорошо. Скажите, можно организовать поисковые отряды из местных? Конечно. Она двух детей похитила. Да что ж, мне люди. Конечно же, поможет. Вон у нас у самих дети. Сердце не на месте. Нам нужно прочесать близ лежащие дачи, которые были построены более 15 лет назад. Много таких здесь? Хватает, справимся. Ну что ж, хорошо, спасибо. Пошли. Да ну ладно, тебе не сами, чтобы справляться. Ну, справимся, справимся. Не полицейский. Ой, что делается, господи. Мамочка идет. Помоги мне. Давай, отдай. Маша, Коля. Я вам завтрак принесла. Иди, иди. Откройте сейчас же дверь, я вам завтрак принесла. Ты не наша мама. Не смей хамить родной матери, иначе я скажу отцу, и он накажет вас. Ты нам не мать, ты сумасшедшая. Это я-то не мать? Да кому вы еще нужны? Кто вас еще любит? Инночка Валентиновна вас в лагерь отправила. А знаете почему? Да чтобы вы не болтались у нее под ногами, пока она свою личную жизнь строит.
Она, между прочим, нашла молодого себе и красивого, а вашего отца бросила. И у нее будут новые дети, а вы ей не нужны. Так что впустите свою мамочку, иначе останетесь здесь навсегда. И умрете с голоду. И вас здесь никто не найдет. Не слушай ее. Она неправда, неправда говорит. Вали отсюда! Мы тебя не боимся! А зря. Маша, боженька, есть? Конечно же есть. Он все видит и помогает нам. Вот, например, даже сегодня. Он тебя пораньше разбудил, а ты меня. И мы успели закрыться от этой злой тети. Вот так он нам и помогает. Боженька, помоги нам с Машей. Пусть наши мама и папа нас побыстрее найдут. Скоро мы будем вместе. Ты, я и наши дети. Я свое слово держу. Маша, что-то горит. Коль, не отвлекайся. Надо, наверное, его вымыть. Чем? Руками. Маша, мне тяжело дышать. Мне тоже. Давай на пол. Так, эту часть мы прочесали. Теперь нужно прочесать северную. Она где-то там. А что если? Послушай, давай без паники. Так мы точно детям не поможем. Смотри, что это? Это пожар. Коленька, мы скоро будем вместе. И я не дам вам все испортить. Маш, а когда умирают, боженьки уходят? Мы не умираем, слышишь? Слышишь, мы не умираем. Коля! Коля! Было лезть в мою семью. Инна! Найди детей. Спаси их. Инна, я тебя не брошу. Пожалуйста, я тебя умоляю. Я вернусь за тобой. Остались дома у реки. Мы их найдем. Смотри. Твою дивизию. Давай. Давай, давай, давай. Маша. Машенька, Машенька, вставай, вставай. Пошли, пошли, пошли.
Пошли, пошли. Спокойно. Давай сюда. Давай, скорая, пожарку жизнь. Маленькие мои. Хочу, хочу, хочу. Подожди, давай я сам. Ты куда? Домена! Тихо. Идиоты. Да, папочка? Хотели меня обхитрить. Даже у тебя ничего не получилось. Ловко тогда придумала с ванной. А потому что не надо было притаскивать в дом соседскую девчонку. У нас была с тобой семья, а ты все испортил. У нас ведь будет еще настоящая семья. Мы же найдем еще настоящую семью. Да, папочка? Привет. Привет. Подбросишь до города? Садись. Такую красавицу хоть на край света. Ну вот ты. И приехала. Спасибо, спасибо большое. Я хочу сказать тост за моих друзей, которые поддерживают меня в любых, самых даже абсурдных начинаниях, за мою семью, ну и за моего любимого мужа, который терпит мой несносный характер. За тебя, любимый, за вас. Спасибо, что пришли. Ура! Ура! Ну что, мои хорошие, пойдемте мороженое есть. Говорят, оно здесь очень вкусное. Отлично. Я думаю, у меня все получится. Мама! Привет, мои котят. Привет. 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 Прости, что задержалась. Шеф совещание устроил. А когда вы, как тетя Катя, с дядей Васей поженитесь? Да, мы были бы не против еще одного братика или сестренки. А с чего вы взяли, что? Мам, ну нам уже не 5 лет. Ну и к тому же нас дядя Виталий полностью устраивает в роли папы. Мои сорванцы. Разрешите запечатлеть вашу семью? Конечно. Почему бы и нет?